Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела вопрос о трудовой занятости граждан Украины, временно проживающих в нашем регионе. Сейчас в пунктах временного размещения находится 565 человек, чуть менее 200 из них – дети. Первый транш на содержание беженцев Ивановской областью получен. Он составил 4 миллиона рублей. Деньги идут на размещение переселенцев, а в частности на оплату коммунальных услуг, покупку постельного белья, трехразовое горячее питание. По прибытию с беженцами встречаются специалисты службы занятости, чтобы люди смогли как можно скорее обеспечивать себя самостоятельно. Работа проводится в том числе и с инвалидами. Инвалиды молодого возраста, второй и третьей группы из числа лиц граждан Украины, мы предлагаем профессиональное обучение по ряду профессий: швейный, портной, закройщик, парикмахер, садовник. Обучение и проживание в училище системы социальной защиты населения бесплатное. На данный момент трое инвалидов, в том числе двое несовершеннолетних, заявили желание обучаться в нашем учреждении.